Снова печальные новости пришли сегодня. Стало известно, что умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова. Трагическую новость сообщили представители Севастопольского театра драмы имени Луначарского. Людмила Шестакова проработала там 45 лет. На 68-м году жизни скончалась актриса театра и кино Людмила Шестакова. Об этом стало известно от ее коллег по театральной сцене. Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой. Заслуженная артистка России, безгранично любимая, уважаемая, почитаемая, несравненная. Как можно все это сказать в прошедшем времени? Как мы теперь без ее героинь, в каждой из которых была растворена ее невероятная харизма, ее мудрость и жизнелюбие? Без ее сильных глаз, волевой осанки и всепобуждающего чувства юмора? Отмечается в некрологе. В фильмографии Шестаковой около 16 полнометражных и многосерийных картин. Актриса воплотила образ работника винзавода Изольды Карловны в четвертом сезоне сериала «Сваты», чиновницы пенсионного фонда в сериале «Жених».